Всем привет! На обзоре высокорослый томат оранжевый аккордеон. Это новинка на рынке семян. Я выращиваю его второй год. Плоды очень интересные, такие вот ребристые, оранжевого цвета, уже этот перезревший. Вот такие бывают плодики. И вот такие вот, смотрите, красавчики, оранжевого цвета. Мякоть у него вот такая вот. Как видите, где семена, есть пустоты. Небольшие, они ни на что, в принципе, и не влияют, но пустоты есть. Мякоть оранжевая, плотная и сочная. Сейчас мы будем взвешивать эти помидорчики. Поставим наши весы. Давайте попробуем вот этот плодик. 318. Последняя циферка у меня перегрелась на солнце и не работает. 280 грамм. 180. И пол томатика 360. Но вместе будет 320. Почти 330 грамм. Но так скажем, что есть экземпляры покрупнее. Поэтому вес от 200 до 350 грамм. Куст высокорослый. В открытом грунте до 2 метров вырастают эти помидорчики. По сроку созревания ранний, средний. Что-то среднее между ранними и средними. И не средний, и не ранний. Я бы так сказал бы. Точную дату созревания после всходов я как-то не записал, поэтому не могу сказать, сколько дней он созревает. Плоды очень сладкие, сахаристые, кислинки вообще нету. Они очень вкусные. Могу сказать, что этот сорт подойдет для томатного сока, так называемого золотого томатного сока. Кто любит желтый сок, он получается очень мясистый с этих помидор и сладкий. Также эти томатики хороши в салатах. Для консервации мы их тоже используем, режем кусочками. Есть прикольный рецепт. Помидоры с луком очень вкусные получаются. Ну и вообще помидорчик достойный расти у каждого. Этим сортом можно удивить своих гостей. Вот таким вот ребристым красивым помидором. Урожай с куста 6-8 килограмм в среднем. Вырос в этом году он без подвязки. Плоды лежали прямо на земле. И неплохой урожай получился. Не заболели. Поэтому смело можно выращивать без подвязки. Ну, конечно же, с подвязкой они в 10 раз лучше. Красивее плоды. И урожай до заморозков. На земле они, конечно же, до сентября и все. Потом холод и кустики болеют. Томаты пропадают. Если хотите семена этого сорта, в описании под видео есть ссылка на наш сайт. Переходите и заказывайте семена. До новых встреч, до следующих обзоров.